Смотри лаки-блоки в Майнкрафт, ссылка в описании ролика. Хорошо, что я поел тогда перед сном. Сейчас прям хорошо, дышится как-то легче. Кроватку надо заправить. А да, классно как-то. Как-то дышится по-другому. Как будто я живу новой жизнью. Как будто все заново, без всяких этих войн. Как-то все по-другому. Классно. Обычная житейская жизнь. Без всякого дерьма. Эх, всегда бы так. Блин. Люблю утро. Свежесть. Круто. Эй. О, ой, здорово. Ты не спишь? А то нет. Я боялся тебя разбудить. Да нет, ты чё, только встал, классно всё. С добрым утречком. Добрым утром. Ну как? Да нормально. Я поспал хорошо. Прям мне понравилось, всё так прикольно. Здорово, да, как ты спать, знаешь, как будто все заново, как будто... Во-во-во, у меня такое же чувство, как будто все заново. Да это как-то здорово, как будто мы свободны, хотя мы и да. Не были в рабстве. Ты понимаешь меня, брат. Да, круто. Ну что у нас, сегодня по плану мы хотели все-таки с утра по-быстренькому сходить в эту библиотеку? Ну да, как мы вчера хотели вечером. Но только ты завтракать не хочешь? Да я вот как раз что-то вчера как поел, как нажрался, так что-то и хватает, прям... Мне сейчас неохота есть. Тогда я просто хотел позавтракать. Ты подождешь меня тогда, посидишь со мной. Да. И после завтрака можем сразу отправиться. Да и с проблем, что нам торопиться-то ломиться. Ну, нормально, может сейчас поедим, покушаем. Ну, может, я тоже что-нибудь хватану, там булочку какую-нибудь лишний раз, печенюшку там, не знаю, что. Тоже классно сейчас будет. Ладно, тогда пойдем. Давай. Так, ну что, ты пока подождешь меня, я пока посмотрю, что тут есть интересно. Да я вот что-то задумался. О том, что когда-то мы здесь сидели вот с родителями, именно за этим столом, обедали, кушали. Как-то, знаешь, все было по-семейному, как-то все по-старому. Как-то классно было. Сейчас не так. Что ж, Уилл, времена идут, время летит, меняется все. Да. Мы стали уже совсем взрослые, помню, мы были крохами. Угу, бегали тут что-то. Как-то беззаботно все было и просто так, знаешь. Угу. Прям так кадры пролетают в моей голове. Все как-то. Как-то. Ой, курица. Слезы наворачиваются, ладно. Печенька классная, зато вкусная. Ну вот, я, в общем-то, приготовил. Что, сейчас я быстренько покушаю. Ну давай. И пойдем. Так, молочко надо будет еще взять с холодильника. И так все будет классно. Так, она должна быть где-то здесь, если мне память не изменяет. Да, вон что-то виднеется среди деревьев. А я что-то ничего не вижу. Эй, ты не туда пошел. А, так, Уэйн. О, смотри, вот, я нашел. Так, дверь открыта. Надо быть все-таки осторожнее и не ходить так беззаботно и легко. Стой, тогда я гляну здесь. Да, пока постой здесь, я наберу пару книжек каких-нибудь и выйду. Кто-то следит. Да, опять, никто не следит. Все нормально. Пора возвращаться к мирской жизни, не думать об этом. Хотя, какая мирская жизнь? Никакого повода для этого не было. О, ты здесь. Что, нашел? Да, кажется, я... Ух ты. Взял пару книжек. Думаю, почитать их дома. И посмотреть, может быть, все-таки смогу что-то интересное откопать. Если про них что-то будет. Так. Понятно. Что, в общем-то, мы здесь завершили. Да, закрывай. Ладно, идем. А то забегут туда еще мышь, подохнут, воняют. Так. Ну, в общем, я убил день на то, чтобы полистать эти книги, посмотреть, почитать, что тут как. В общем, я выяснил довольно интересную вещь. Не знаю, как она обрадует, не обрадует нас. В общем, эти духи, они не просто так охотятся с людьми. Они... Те души, которые не смогли из нашего мира добраться в мир иной.
у них не получилось, и они словно застряли между мирами, между пространством. Это очень сложно объяснить. Ох, ё-моё, что с И, в общем, они и собирают души, им каждому надо собрать огромное количество душ, для того, чтобы попасть в свой мир, вернуться. Офигеть. Вернее, дойти, не вернуться, а дойти. Но эти души должны быть непростыми, это действительно должны быть такие души, которые, как бы тебе объяснить, в общем, не просто люди, а какие-то вот такие... Очень сложно объяснить. В общем, эти должны быть недоверчивые, вот любящие друг друга люди. То есть братья, например, которые готовы отдать жизнь друг за друга. О, вот, как хорошо. Мы. Да, то есть очень смелые, храбрые, добрые люди. Не просто какие-то, может быть, черствые или безразличные, а именно вот как братья, как, может быть, не знаю, муж с женой, которые прожили очень долго, я не знаю, как это еще объяснить. И, в общем, поэтому мы им нужны были. И они подумали, что забрали твою душу. Хотя, возможно, они в скором времени узнают, что ты мертв, ты не мертв, ты жив. И почему? И твоя душа им не принадлежит. Возможно, они это узнают и придут за тобой. Но в любом случае они нуждаются в помощи, но я не знаю, как им ее оказать.